Кто вы прежде всего? Доктор. Что считаете самой большой проблемой России? Воровство. А какие ассоциации, позитивные ассоциации у вас рождает Дагестан? Гостеприимство. Вот из качеств людей, что вы больше всего ненавидите? Обман, обман. Любите? Честность. Вот как вы проводите свой досуг? Вы же не постоянно работаете? Ваше хобби, любимое занятие? Продвижение в интернете, то, что вот происходит в моей жизни, мне просто не всегда хватает времени ответить на все вопросы, когда у меня с утра до вечера прием. И как только у меня появляется время, то есть я физическую свою работу заменяю на работу в интернете. Но это тоже работает. Что для вас вера? Когда слова не расходятся с делом, то есть с мыслями. Да? Когда ты не просто говоришь, веришь, а когда ты своими поступками подтверждаешь то, во что ты веришь. А ваша мечта? Я точно могу сказать, чем мечта отличается от желания. То есть мечта – это что-то такое эфемерное, не привязанное ко времени. Как только цель. Вы ставите точку, сразу точка – это цель. И сразу мечта превращается в желание, то есть цель, к которой ты начинаешь стремиться. Поэтому у меня практически нет мечты, у меня есть цель. Это цель. Я хочу технологию экзомассажа сделать доступной во всех регионах нашей страны. Да, это Бог. И что считаете важным для счастья человека? Быть со своей семьей. Потому что мне этого не хватает. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что нашли время, посетили нашу Кунацкую.